Вот она бежит, видите? Ага. И вот так 4 дня она бьет, да, прям ключом? Не 4 дня, а уже больше 4 дня. Не 7. Вот. А это питьевая, вы говорите, вода-то, да? Вот такая, да, чистая вода бежит. Вода течет на улице Плеханова в Пензе, заливает тропинки и тротуары во дворах жилых домов. Дойти до магазина и не промочить ноги не получится. Такая картина в центре города, по словам местных жителей, уже несколько дней. Дворник заверил, что сообщал об аварии в горводоканал. Обычный 200-миллилитровый стаканчик наполняется примерно за секунду. Путем несложных математических расчетов мы установили, что в час только в этот ручей вытекает порядка 720 литров воды. И местных жителей интересует несколько вопросов. Первый – когда устранят эту протечку? И главный – кто заплатит за всю эту воду? В ресурсоснабжающей организации подтвердили, что заявку приняли и заверили, что приступят к работам в ближайшие дни, как только освободится бригада.